А вот в столице появился новый инновационный парк Юнит Сити за 200 миллионов долларов. Основал его фонд Кейфунд. Глава фонда, предприниматель Василий Хмельницкий, уверяет, эта инициатива позволит создать 15 тысяч новых рабочих мест, а главное, даст молодому поколению возможности для самореализации. В этом хай-тек-городке будут готовить профессиональные IT-кадры для бизнеса в сфере высоких технологий. На открытие парка приехал и премьер Владимир Гройсман. Он пообщался со студентами и отметил, что такие учебные центры обеспечат качественное будущее для нашей страны. В современном конкурентном мире без инноваций, без новых современных решений, без створения умов для разработки и впровадження высокотехнологичных продуктов, которые имеют высокую доданную вартість, мы не сможем идти вперед, мы не сможем будувати якісне майбутнє для нашої країни. Нам очень важно, чтобы здесь маленькие компании инновационные приходили сюда, получали очень много сервиса и росли, росли. Они не уезжали за границу, в Польшу или в Германию, или в Америку, а тут находили все возможности. Наша идея, чтобы здесь было тысячи молодых инновационных компаний. И потом эта среда подтолкнет их довольно быстро расширяться и быть более успешными.